Сколько у вас съемочных дней было? Что за сериал? Ой, сколько у нас? 20 с чем-то было сериал. Ну, съемочных дней. Такая большая роль? Да, одна из главных, получается. А вы же снимаете, что ли? Да. А? Как сериал называется? Ой, сериал называется «Партия». Это будет на Первом канале. И ну, одна из главных коллег, получается. Там помимо меня работают актеры с театра Моссовета, с театра Сатиры. Такие с театра нации, такие актеры снимаются. А кто играет главную мужскую роль? Главную мужскую роль играет Виталий Евгеньевич Хаев. Он, да, и он такой вообще, когда в первый день съемок, да, было так вообще прекрасно, точнее, первый день съемок с ним именно. Он такой отзывчивый, такой приятный человек, так мне очень помог, ну, как профессионально так, и он так добродушно отнесся, и мы с ним вообще очень подружились, и очень приятно. И кстати, наша труппа, да, которая съемочная, они все такие приятные люди, и очень приятно работать в такой команде. Очень было приятно, конечно. А когда премьера? А премьера будет в следующем году, кажется. Ну, я точно не знаю, поэтому... А почему «Партия» называется? Ну, это «Партия» в смысле... «Партия», ну, можно сказать, да, шахматная партия, да? Ну, в смысле судьбы, да? Как у нас каждый выбор, да, неосознанный или это осознанный выбор, он всегда влияет, ну, на последующий, да, то есть на жизнь твою. Например, мою героиню, да, зовут Ржена. Она, получается, моя роль о любви. О любви, о поиске любви, точнее. И при этом, когда она все равно по молодости или как-то, мы всегда иногда совершаем такие поступки, да? А, да, можно тирамису? И там эта роль, раз девушку зовут Ржена, она прописана как бы на бурятке, да? Да, ну как, она по национальности бурятка, да. Она, ну я не буду рассказывать, что она там делает, но все равно. В поисках любви. Да, она... Там свадьба. Да, в поисках любви именно, возможно, просто бывает же человеческой теплоты, доброты она ищет. Да. Иногда, возможно, со стороны любовь между мужчиной и женщиной, да, она ищет. Иногда она делает неправильные поступки, да, неправильный выбор. Ну и все равно, если так говорить, возможно, она совершает грехоподобные поступки, да. Но все равно я считаю, что у греха нету национальности, да? Если кто-то будет говорить, то что почему? Разлучница? Ну нет, не разлучница. Она, скорее всего, не разлучница. Она просто выбор, плохо умеет выбирать, можно сказать. Mm-hmm. Да, бывает. Можно так сказать, да. И эта девушка, можно сказать, то, что она, возможно, бывают девушки наши, да, даже современности, да, сейчас. Девушки, ну, все равно лицо бурятское, да, ну, так скажем, да. А эта девушка, ну, я как думаю, какая она, да, она все равно забыла свои корни. Вот что самое страшное. Страшно, да. И думаю то, что возможно, такие, может быть, девушки есть, но я не знаю, да, но... Это... Есть такие. Да, и... Нет, если говорить о моей роли, да, там достаточно много перипетий, очень много всего. Она довольно искренний человек вообще. Она искренний, такой хороший человек, но неправильно делает выбор. Кастинг, ну, это было так чудесно, это, можно сказать, чудо, да, Божье чудо, то, что меня так выбрали, да, это мне в социальной сети ВКонтакте пришло сообщение, спасибо большое, пришло сообщение, и это был агент, вот мой агент, да, сейчас, где я состою. Актерское агентство «Ника». И, ну, написали там, мы бы хотим, то там, да, привет. Я такая, прочитала, фейк, что ли? Такая, и говорит, а как можно с вами связаться? А до этого они звонили в театр и хотели мои координаты узнать. Но они почему-то не дали, ну, ничего страшного. Потом они мне написали и говорят, можно ваш, ну, как с вами связаться? Я такая, номер, да, думаю, что такое? Ну, такая, фейк, ну, ладно, ну, что мне? Почему бы и нет, да? И тут звонок.
слушаю, там девушка, представляю, цитата, и вот сейчас мой нынешний агент. И очень приятно, я там то я объяснила все, говорит, вы не против, чтобы я, ну, я того, чтобы я вас представляла там, ну, и, в общем, я прилетела в Москву на кастинг, а у меня режиссер Юрий Кузьменко. Как? Юрий Кузьменко. А-а-а. Это режиссер, который вот «Дальнобойщики», вот эти сериалы снимал. Очень хороший, вообще такой прекрасный человек. И вот я приехала на кассе, поехала в Мосфильм, в студии там снимали, там дали отрывок, я сыграла. Ну ладно, хорошо, я такая, ну все, ну хорошо, там ничего не говорили, ничего такие. А, ну, что-то, и вышли. Я уехала домой, потом через 2 недели, когда я была на гастролях в нашей прекрасной Кинской долине, и прозвучал звонок. Как раз мы ехали всей труппы с гастролей и выезжали в Улан-Удэ. Едем такие, и звонок. И на почту пристали, я не помню. Ну, в общем, такие, ну вот, вы пришли. А, да? Ну, круто, хорошо. Вот, слава Богу. Ну и так, потом, получается, театр, мой родной Брянский театр, любимый театр мой, отпустил. Вообще, очень большое спасибо моему руководству в лице Жени Зубдаровны, всем нашим руководителям, да, и они ну, отпустили меня с работы, получается. Это, ну, я была занята вот буквально после гастролей, я приехала, прилетела в Москву, так получается, свой отпуск, получается, я работала здесь была, и несколько дней, ну, вот, просилась. Где вчера съемки проходили? Вчера? Вчера съемки проходили вот в Останкино, где Первый канал, ну как, да, базируется, и там и аудитория наша была в павильоне, в студии, где снимают программу «Политика». Ну, было очень интересно. Там как раз снимали сцену, где они, ну как главный герой, они политики, как они там во всю дискутируют. Ты вот разорвали Россию, там такие монологи, а мы там сидим, а у меня по роли там я вообще во всю смеюсь там над эту ситуацию, ну как бы. Ну и так получилось, что это было достаточно реально. Площадки такие общаются, и ну, мой киномуж, я говорю, так, киномуж, да, который говорит, ну, Максим его зовут, и мы такие в шутку такие, он муж и жена такие, и там пришли новые актеры, там, которые снимают, а правда вы муж и жена, мы такие, да, ха-ха, мы такие, нет, он мой киномуж, и было так смешно, как они реагировали на это.